Привет, Кимба. Привет, Кимба. Это Кимба. И мы едем домой, да, Кимба? Вместе с другом. Кимба едет сегодня домой. Давай, Кимба, грузимся в машину. Кимба надевает ошейник. Желтый, давай, вы. Не бойся, не бойся, давай. Лежит, иди сюда, короче. Покороче, покороче, привязывай, прям коротко. Кимба домой. Кимба. Ну, давай, не ходи. Кимба, отойди. Кимба, садись. Все. Кимба домой. Хорошо. Чи? Майда кодрос. Не бойся, малыш. Да не бойтесь вы. Все, все, поехали. Ребята, Кимба рыжий. Мы ехали очень долго, да, наконец-то приехали. Вот он ваш дом, нифига не видно. В общем, мы приехали. Так, все, попили? Попили? Еще будешь? Ну пей. Орал, всю ночь орал, как же не пить-то, да? Да, страшно, ребятам, страшно. Да, было страшно, электрички рядом ездят, все незнакомо. Сейчас, маленькие, сейчас. Давай, пойдем гулять. Все, пойдем гулять. Все, гулять, гулять, зайцы, гулять. Гулять, гулять, гулять. Гулять, давай гулять, давай. Побежали, да? Все, гуляют ребята, гуляют. Гуляют ребята, да. Вот так гулять. Пошли, пойдем на зады, пойдем. Пойдем гулять. Пошли гулять. Пошли, ребята. Пошли гулять. Да не обниматься, Кимбу, не обниматься. А гулять. Обнимемся попозже, да. Все. В общем, гуляют, ребята, гуляют. Да, забор у нас большой. На все наши 18,5 соток. Наша территория вся полностью огорожена. Нет, нет, пошли, пошли, ребята. Пошли, пошли, пошли. На крыльцо мы не будем. Пойдем. Мы двигаться пошли. Пошли, пошли, пошли. Да, тут сукулей без вас хватает. 13 штук, да. А вы 14-15. Посчитали, ребят. А так, пошли гулять. Огромная, огромная Кимба по сравнению с нашими малышами. Кимба огромная. Рыжий, рыжий. Все, все. Так, пошли бегать. Кимба, Кимба, пойдем гулять, гулять. Рыжий, пойдем, пойдем, зяйка. Эй, подруга моя, это септик, не трогаем. Пойдем, все, гулять. Гулять, курить. Ай-яй-яй, еще все интересное. Вот так, вот так. Кимба, 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 дружок, как ты, мои зайцы. Вот это жизнь, вот она жизнь, ребятки, вот она. Любаш, доброе утро. Привет тебе от ребят. Кимба, 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 иди ко мне. Ай, ты зайц. Кимба! Кимба! Стоят там хитрожопики. Кимба! Рыжий! Скорее сюда! Скорее, мои зайцы! Какие мои зайцы любимые!
Кто бежит? Кто бежит? Так, ну что, друзья мои хорошие, дорогие. Ванилька, ой, Моня, как хорошо, снег идет. Сегодня у нас с вами 10 декабря 2022 года. Сегодня суббота, и сегодня ровно неделя. Да, да, как Кимба, танцующая девочка. И Рыжик, которому просто подфартил, он фартовый наш парень, да? Повезло! Да, мои зайцы! Зайцы мои, сегодня они у нас ровно через что я уберу. Конечно же, там их какахи. Какахи у них как тут слона. Племяшка моя Дашка, моя безвменная помощница, говорит, что как у мамонтов. Да, мои знаты? Сейчас идем. А, как они недели сегодня ровно, как они у нас живут, как они дома, да? Сейчас мы пойдем гулять. Да, мои зайцы. Так, о, Даша идет. Даша, привет! Привет! Ванилька тоже из приюта Вали Селич. Зависла у нас одна из трех щенят, да? Да? Да. Они у нас щенки заболели шаем. И сейчас еще диагностировали подкожный клещ. Двух мы пристроили, третий остался у нас. Ваниль, иди, Йоич. Всем привет. Моня, иди, заяц. А, ты моя колюса. А Моня у нас спасена из Ставропольского приюта. Где мои хорошие колюси? Колюси. Так, сейчас. Сейчас мы мелких домой отправим. Да, Даша? И будем гулять с большими. Да. Да? Отпускаю. Даша еще не знает, что их просто отпускаю. Ну, пошли, зайцы. Пошли гулять. Гулять, пойдем. Тяжело, да? Да, замок. У нас он сделан специально, чтобы тяжело открывался. Итак. Ну, барабанная дробь. Открой, Даша, открой. Кимбо, Рыжий. Ой, с ног не сбили, чтобы нас. Побежали, собаки, побежали. Ой, побежали. Снега выпало, мы еще даже сегодня не почистили. Потому что за 2 часа, да, Даша, наверное, пока мы сидим, сейчас 2 часа. И вот так у нас нападло. Ой, счастливый. Ой, тихо. Вот они. В общем, ребят, всем привет от Кимбы и Рыжу. Так, сейчас я прислонюсь к дому, потому что она меня собьет. Телефон, мой телефон. Пытался выпустить из рук. Ой, давай, зяйка, молодец, сикнула. Ой, побежал. Кимба, сикнула она, да, сикнула. Ой, вот оно, счастье-то, домашняя жизнь-то. Кимба, вот она. О, тихо, держись. Бочком вставай. Счастливая? Ты счастливая, и мы счастливые, что ты приехал домой. Ой, погоди. Иди. Фигурки скажи. Сейчас опять будем полчаса в вольер приглашать, ребят. Вот так у нас. Любовь, морковь у нас. Кимба, ой. Моя зайка. Рыжий. У нас в сенике живут мыши. Не пугаем мышей. Ну, с любовью-то. Вот так, да. Скажи, не знаю, где Рыжий, обнимай меня. Вот так, я дам тебе пупок свой. Вот как-то так, ребята. Рыжий! Чё ты там стоишь? Вот стоит на углу, сейчас я вам покажу. Да, вот тут у нас группа релакса. Даш, привет, Даш. Привет, Маша. Ой, Кимба, ну ты собьёшь. Да, она моя секьюрити. Так, где Рыжий? Только что было. Ну-ка, ищи Рыжего. Да, у нас через дом, вот там живет тоже большой пес. Рыжий. Ну. Ой, господи, скользко здесь себе. Да, здесь скользко. А, так. Ай, вот она. Счастье. Это наш домик скромный. Ну, если Бог даст, то мы потихонечку приведем его в порядок. Потихоньку. Всем привет, ребят. Всем привет. Мы счастливы. Кимба с Рыжим счастливы. Все хорошо. Да, сегодня у нас 10 декабря 2022 года.